Главный, нет, ну, ребят, потому что я член совета директоров, как вы знаете, Спартака. Вы же уже комментировали? Секундочку. Ну, во-первых, я не пресс-атташе, не глава, так сказать, соответствующего департамента, не генеральный директор, не главный тренер. У меня вот есть своя ответственность, свои полномочия. Я когда, собственно говоря, вот буду преисполнен эмоций настоящих, я, может быть, я не удержусь и так далее. Ну, секундочку. Ну, во-первых, есть люди, которые оценивают игры. Я в данном случае как болельщик отсчет удовольствия получил. Вот, но давайте подождем официального матча. Вот мы сыграем с Рубином в Казани и тогда поговорим про эмоции. Ну, вообще-то, что вы первые недели в совете директоров, что вы увидели, что вы поняли? Ну, я точно вот знаю, что такое корпоративная культура. Вот когда члены директоров решают рассказать о том, что произошло между ними, они об этом рассказывают. Вот. Но это не происходит вот так вот вечером в начале 12-го, не по итогам совета директоров. Ну, что-то можно сказать. Слышали вы сегодня комментарии игры, понравились ли работы? Я смотрел матч на трибуне, поэтому я, в общем, никаких комментариев не мог слышать. Я слышал выкрики футболистов, и это было действительно любопытно. Единственное, чего можно вот получить удовольствие на пустом стадионе, это вот от того, что ты слышишь, собственно говоря, как футболисты коммуницируют друг с другом. Комментаторы матча просто очень критически отреагировали на ваше заявление про то, что они плохо реагируют на голы Спартака. Даже Генич несколько как бы иронично решил. Во-первых, я в самом начале разговора с вами сказал, что я не пресс-атташе команды, и поэтому вот хотел бы, чтобы каждый из нас выполнял свои функции, да, и занимался своим делом. Это первое. Второе, собственно говоря, я оставлю при себе, поскольку я уже сказал то, что я хотел сказать. Все, а я могу дальше. Ну, вам не кажется, что вы немного переборщили с тем, что так обвинили их, а они, по сути, привели потом конкретный пруф, то, что они так не делали? Ну, во-первых, я не вступал с ними в полемику ни в какую, потому что и сейчас не хочу этого делать. Многих из них я знаю лично, и, в общем, нам всегда есть что обсудить, и никогда не было такого, чтобы я за свои слова не отвечал. Поэтому я вам хочу сказать, что, в общем, дискуссию на эту тему я точно сейчас не открываю. Вот, но как спартаковский болельщик, который, в общем, много матчей видел, ну, в общем, есть что вспомнить на эту тему. Сегодня появилась информация, что Евро по телевизору в России смотрели 4%. Это маленькая цифра. Как вам кажется, как это можно исправить, чтобы футбол снова стал более смотрибелен? Я видел доли ключевых матчей, они отличны. Если ориентироваться на Media Hills, это было больше 40%, если мы говорим о доле, да? Это хорошая цифра. Вот. Вы говорите о рейтинге, скорее всего, все-таки, а не о доле. То, что так футбол такого качества интересной аудитории, нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений. И даже тогда, когда не играл в национальной сборной, когда мы не рубились за здание, да, в ключевом матче, телеканалы получали очень-очень хорошие цифры. Это касалось и игр украинской команды. Отлично посмотрели полуфинал и финал, но это совершенно очевидно. Поэтому у меня нет ощущения, что в этом смысле мы не футбольная страна. Вот здесь, в общем, интересуется футболом. Просто должен быть качественный здесь. Это да. Но для этого много чего надо сделать. Я думаю, что вы прочитали же статью в «Спортэкспрессе», интервью Федуна, которое он дал во время сборов команды в Австрии. Там многие болевые точки обозначены. И вот. Поэтому, мне кажется, надо много чего сделать, чтобы в общем, футбол здесь задышал и зажил. Как он работает? Нет, слушайте, это ей-богу. Во-первых, есть люди гораздо более именитые, заслуженные, чтобы оценивать работу Руи Витори. Во-вторых, просто еще прошло очень мало времени. Вы дайте еще поработать. Ну, как болельщику мне интересно видеть изменения. Вот как болельщику мне видеть изменения интересно. Мне интересно видеть команду, которая играет более компактно,
Интересно. Ну, я наблюдаю за экстремалом. Потом вы видите, сколько замен здесь делает человек. И вы понятно, что он... Ну, почему ищет? Ну, слушайте. Давайте, как бы, решение же принято. Принято. Значит, давайте дождемся просто результатов каких-то. И, в общем, любой человек имеет право на то, чтобы ему дали время достичь каких-то результатов. Ну, просто сейчас, мне кажется, об этом говорить очень-очень рано. Каких результатов ждете лично вы? Слушайте, я болельщик команды. Я люблю ее всем сердцем и давно. И никогда, в общем, у меня не было выбора, за кого болеть. Я болел за «Спартак» вот столько времени, сколько я себя помню. И болею. Поэтому я, в общем, с командой в любой ситуации. Поэтому, конечно, ты всегда желаешь ей победы. Но, послушайте, ну хорошо. Но если будут какие-то поражения, что? Ну, они случаются, в общем. Сильный не тот, кто не падает, а тот, кто упав, идет дальше. Потом посмотрим. Мы все хотим, конечно, видеть «Спартак» всегда во главе турнирной таблицы. Любой абсолютно. Ну, те, кто болеет за команду, разумеется. Поэтому. И вам ответит так болельщик любой другой команды. Это все совершенно нормально и правильно. Поэтому, ну, 100 лет – это, конечно, праздник большой, большая дата, но надо просто подождать, набраться терпения. Чтобы не получилось, как в анекдоте про галстук. Вы видели вчера те реформы, которые утекли в сеть, а потом РПС как официально подтвердил? Несколько вариантов. Видели вы? И как вы считаете, вообще чемпионат России нуждается в реформе? Ну, слушайте, если бы у нас... сборная показала бы другой результат, а клубы на европейской арене выступали бы по-другому, то, наверное, мы могли бы с вами полагать, что у нас все замечательно и прекрасно. Но это же не так. Мы же видим, что наше место на фоне всех остальных. Поэтому реформы, по-моему, назрели. И, в общем, если ничего не делать, то мы будем, конечно, будем падать. И будем иметь все более грустный вид, в общем, после каждого сезона. Но какой-то конкретный вариант вы не можете выделить? Ну, пока все это преждевременно. Давайте, в общем, просто подождем. Мне хочется понять позицию там РФС, которая, в общем, должна как-то быть заявлена. А вы бы хотели видеть платный чемпионат или по-швейцарски состоять? Ну, слушайте, мне кажется, вот у меня есть какие-то там собственные там представление о прекрасном, но я не думаю, что вот они должны быть предметом обсуждения, мои представления. Ну, я, в общем, не тот человек, с которым это нужно вот серьезно обсуждать. Я бы сейчас... Если говорить о формуле, именно о формуле исключить, мы не обсуждаем количество команд, да, о формуле, я бы, пожалуй, оставил нынешний концерт. Да, вот если говорить о формуле. Все знают, что у РПЛ там очень бедный телевизионный контракт, и скоро его будут переподписывать. Вы понимаете, как изменить эту историю? Потому что в РПЛ даже создавалась рабочая группа по тому, как это исправить. После ухода Кикнадзе она, я не знаю, сколько функционирует. Вот у вас есть идеи, как это исправить, как человек, который с этим связан? Ну, не напрямую связан. Я работаю на телевидении, но не занимаюсь ни темой прав, ни темой продаж, да, и не занимаюсь спортивными трансляциями. Это важный момент. Но есть простая математика. Да? Вы можете посмотреть, сколько собирают зрители конкретный матч, да, и увидеть, вот, что по большому счету только несколько афиш дают реально серьезную аудиторию, с которой может работать крупный федеральный канал. Ну и вот, собственно говоря, это отправная точка. Да? Вот когда мы видим разницу в смотрении, то есть, я не хочу, чтобы никого обижать, там, называть конкретные команды, но мы
сравнить это доли, которые дают матчи, там, условно говоря, лидера французского чемпионата с аутсайдером. Будет примерно понятно. В общем, это тяжелый разговор для клубов, вот, и такой же тяжелый для телевидения. В общем, здесь. Ну, нынешний контракт. Ну вот, вот, собственно. Он рыночный? Ну, я понимаю, что эти суммы не могут радовать команду, конечно. Не могут. Но телевидение, в общем, оно не занимается благотворительностью, а то оно должно, в общем, это должно быть все коммерчески обосновано. Вы должны иметь инструментарий, который продается. Поэтому реформы, в общем, точно назрели. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, оставлять все как есть, ну, вы видите, это странно и безответственно. Конфликт интересов в том, что «Зенит» — это «Газпром», «Матч ТВ» — единственный канал, который владеет программой, это «Газпром Медиа». В этом есть конфликт интересов и проблемы? Ну, вот мне бы точно хотелось, чтобы в комментариях матча «Спартака» на «Матч ТВ» вот, обсуждался футбол и игра, а вот не то, что я сказал на эту тему. Вы не будете отвечать? Я ответил. Спасибо. Спасибо вам. Все, хороший вечер.